Не разгоняйся. За регулируемым перекрестком в правый ряд пристройся. Да там что за заезд? Ну заезд там заезд, он уже не регулировался этим светофором. Вот он перекресток, понимаешь? Вот он. Ну это да, это то что. Дома. Вот сюда вышло, с левым поворотником возвращаемся на дорогу. Троллейбус видим. Поворотник включаем. Можешь моргнуть ему, вот так учись. Раз, моргнула фарами. Давай-ка в левый ряд перестроимся. По возможности. Нет возможности, значит не будем. Не уверенно, не делай. Уверенно делай. Тебя никто не торопит. Понятно на экзамене? Все, пошли. За регулируемым перекрестком в правый ряд перестроимся. Значит, сейчас чуть-чуть погоняю, как на экзамене. Хорошо? Команда у нас какая была? За. Чем? Ну а почему мы тормозим? Мы 40 километров едем. Что тут? Тут три КамАЗа приедут вместе. Газу, 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 газу. Во-первых, мы проехали нерегулируемый перекресток, а пешеходный переход. Там там же светофор. Но светофор это не значит, что это перекресток. Смотри, ну вот сейчас мы когда поедем обратно, я покажу. Ну вот даже сейчас мы двигаемся вперед. Мы видим светофор, видишь, красный горит? Да. Да ты знаешь, что так перекресток, да? Да, это же пешеходный переход. Перекресток это когда есть направо поворот, как и здесь, в принципе, да, вот сейчас вот на кладбище поворот есть. Но если бы это был бы регулируемый перекресток, Жень, у нас бы светофор бы стоял бы еще здесь на углу, понимаешь? Поехали. А им, соответственно, горел бы тоже, в их сторону обращен бы был бы светофор круглый, зеленый, красный, желтый, ну вот эта секция. А там же не было такого. Вот на этом и валятся.